Ладно. Попробую сначала на балансирчик. Чтобы леска не задевала за лед, я лучше все-таки очищу лунку. Да, трофейчик, прямо скажем, интересный. Окунишечка забагрился на балансирчик. Жадный какой-то оказался. Ладно, аккуратненько отпустим. Ничего. Главное, чтобы жабры не повредить. Тут и старина как-то так агрессивно клюнул. Тебя только на жерлицу. Ладно. Поехали. Вот маленький кусочек поймался на балансирчике. Пока ничего. Где-то должен быть крупный, потому что здесь и больше килограмма окуня есть. Вот. Может, он сегодня будет брать на мормышку. А может быть, он в другом месте находится вообще. Надо искать. Если глубина большая, ну, для этого водоема, это около 2,5-3 метров. Но сейчас еще попробуем в самой большой яме. О! О! Не ожидал. Что туда пестики какие-то? Чудная погода абсолютно. Такой прекрасный день. За это я, конечно, люблю подледную рыбалку. Потому что практически стерильная чистота. Белый снег везде. Никаких насекомых. Вот. Особенно, когда солнышко светит. Это просто чудо. Сейчас легкий морозец, может, градуса 3-4. Самая лучшая погода вообще для подледной рыбалки, я думаю. Конечно, она скорее окуневая, чем плотвиная. О! А окунь-то, кстати, с пиявками на голове. Замечательная погода сегодня. Обалдеть. Просто. Ну вот. Пока ловится мелкий окунь, грамм по 100-150, а нам нужен крупный. До полкило размера даже не засчитываем. Не клюет. Идем дальше.
клюнула. Эй, шуточки, это мелкий. А ничего себе, мелкий, так он в лунку не влезает. За тройничок поймался. Смотри-ка, снизу поддавил. О, хорошая кунишка, но маленький. О, еще один. Ну ты даешь. Какой-то он стандартного размера. О, еще один. Нашел. О, еще один. Да, так и живем. О, еще один. Еще один. Нет,